29-летняя Кристина Черкасова ждет первенца. Отцом будущего ребенка станет 37-летний ведущий «Дома-2» Андрей Черкасов. Супруги проводят отпуск на Сейшельских островах. Беременная блондинка иногда публикует откровенные кадры в бикини. Кристина заметила, что чаще всего в комментариях поклонники обсуждают ее пышные формы. Некоторые подписчики заподозрили, что Черкасова сделала пластику груди. По мнению фолловеров, еще недавно ее бюст был не так велик. Кристина решила внести ясность. Блондинка заявила, что у нее натуральная грудь. «Мои формы уже больше недели обсуждают в Инстаграм. Хочу сразу ответить на самый популярный вопрос. Грудь своя. И это отчетливо видно тем, у кого не замылены глаза, и кто не пытается оправдать для себя тот факт, что естественная красота еще существует», — заявила Черкасова в Инстаграм. Блондинка объяснила, что ее грудь увеличилась из-за беременности на один размер, но она по-прежнему может носить свое белье. «И никакого 5 или 6 размера у меня нет, просто красивый объем. Может, 4 неполный», — добавила супруга Андрея. Кристина также поблагодарила Андрея за то, что он лично устраивает ей фотосессии в сексуальных купальниках, на что могут согласиться не все мужья. Летом прошлого года они сыграли свадьбу. Медовый месяц молодожены провели в Норвегии. В декабре ведущий «Дома-2» сообщил, что станет отцом.